И к другим темам. В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» ученики юридических факультетов республиканских вузов посетили отряд специального назначения «ГРОМ» МВД Дагестана. Ребята ознакомились с работой управления по контролю за оборотом наркотиков, провели экскурсию, юноши и девушки смогли увидеть и примерить экипировку «ГРОМовцев». Узнали, как проходит рабочий день сотрудников, им рассказали о профилактической работе по предотвращению незаконного оборота наркотиков, а также о том, какое наказание ждет наркопреступников.